С 11 мая жители Московской области оставили на портале «Добродел» 55 066 предложений по выбору территорий для благоустройства лесопарков в 2022-2024 годах. Сделать выбор может каждый житель Подмосковья. Пожелания будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта «Парки в лесу». В 2021 году в рамках регионального проекта «Парки в лесу» работы пройдут в 9 лесопарках. Два из них расположены на территории Одинцовского округа. Это парк Ларисы Лазутиной в Одинцове и парк Малевича в деревне Раздоры.